слышу так долго. Мама! Вот! Сама служба, это, понимаете, вот это успение Божьей Матери, она читается именно ночью, 24 часа. Я сказала, что он никто не за... Обычно, поняла, не напишешь сверху. Давайте оставим. Место писи потеряется раз и навсегда. А она никому не написала. Первый год и не первый раз участвуем в выставке Царицын православных во имя Господне в благословении митрополита Волгоградского и Камышинского Германа. Наш приход ежегодно участвует здесь. Мы представляем наш, можно сказать, молодой приход, но тем не менее в нашем храме хранится множество святынь, в том числе и старинные иконы, вот, которые у нас сейчас на ярмарке присутствуют, дабы каждый человек, прикоснувшись, во-первых, получил исцеление, во-вторых, мы хотим, чтобы о нашем храме люди знали, что наш приход живой, что он действует, движется и развивается. Вот поэтому мы здесь, дабы, чтобы все о нас знали и слышали. Ежедневно служатся молебны и у центральной святыни два раза в день, в 11 часов утра и в 17 часов вечера. И также здесь, в правом углу выставочного комплекса, где представлен наш храм Похвала Пресвятой Богородицы, в 12:30 служится молебен. То есть молебны пения, они как бы нас, во-первых, объединяют. Господь как сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди вас. Вот мы вместе молимся, как бы читаем записочки, поминаем тех людей, которых написали в записках, дабы Господь каждому даровал здравие, спасение, ну и какой-то, может быть, помощь, исцеление в делах. Ну, есть уже сложившиеся костяк, как в любом храме, так и здесь люди уже знают, что ежегодно традиционно проходит два раза в год весенние и осенние выставки. Люди приходят, конечно, они ждут, многие ждут вот этого события, потому что выставки, они как раз-таки нас всех объединяют. То есть человек может прийти к святыням приложиться, может быть, что-то для себя полезное отсюда взять домой, какую-то святыню, там, не знаю, икону, может быть, там, четки, и свечи, там, еще что-то полезное для себя, и как бы с этой святыни уже как бы идти домой. Поэтому люди приходят, люди всегда радостны. Ну, мне кажется, количество участников и тех людей, которые просто посещают выставки, с каждым годом увеличивается. Ну, я считаю, что мы все родились не в церкви, а в роддоме, да, и каждый из нас делает какие-то первые шаги. Вот эти шаги, как раз-таки, может быть, для кого-то не сразу храм, а вот выставка, ярмарка, да, это будет такой толчок для того, чтобы человек и в дальнейшем как бы пришел в храм, чтобы не просто вот быть, как бы, знаете, таким пассивным участником, но быть активным участником церковной жизни и участвовать в таинствах церкви, покаянии и причащении. Это и есть самая главная основа жизни. Поэтому ярмарки, они дают такой толчок и первую ступень. Небесный утешитель души истины, и живи здесь, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подателю, приди все веселы, и очистины от всяких скверны, и спаси блажи души наша.
Господне, явися нам, благословен годы во имя Господне, исповедайтесь, Господи, веку благ, веку век милости Бог. Господи, явися нам, благословен годы во имя Господне, Господня, Господи, явися нам, благословен годы во имя Господне, Богородица прелестна ныне, претецем грешней смирении припадем, покаяние завучи из глубины души, Владычица помазила ны милосердовавши, почисти погибаем от множества прегрешений, не отврати твои рабыщи, тя быть на надежду и ламы. Славу Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Не умолчи никогда, Богородице, силы Твоей глагол Тебе недостойны. Аще бы Ты не попредстояла молящи, кто бы нас избавил от великих бед, кто же бы сохранил данные свободны, не оступил, Владычица, Тебе, Твоя борьба спасающая жизнь от всяких людей. Слава Тебе, Боже, наш слава Тебе! Всесвящайший, спаси нас! Всесвящайший, спаси нас! Святая Богородица, спаси нас! Святая Богородица, спаси нас! Все святи, молите Бога о нас! Сыну и Святому Духу. И присвои во веки веков. Аминь. Избави от ветра во Твоя много милости верим, якому усердно к Тебе прибегаем. Милостивый Твоя Владыца Господу Иисусу. Спаси от ветра во Твоя Богородице, яко всемогущий к Тебе прибегаем. Яко верующим истине и предсательству, призри благосердием себе, Твоя Богородице, на мое любое все озлобление, и сыне души моя болезнь, молите Бога на все святи, яко усердно к вам прибегаем, скоро поможете, кому молитвенникам от душа от наших. Слава Тебе, Боже, наш слава Тебе! Слава Тебе, Боже, наш слава Тебе! Всесвящайший, спаси нас! Всесвящайший, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Все святи, молите Бога о нас! Все святи, молите Бога о нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Паки миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Пей, спасибо, милуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Пресно Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи. Ибо если Царь мира и спас душ наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Вон мим премудрость, вон мим прокинут глаз четвертый, помяну имя Твое во всяком роде и роде. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Слово благо, глаголи, он сделал мое царевье. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Помяну имя Твое во всяком роде и роде. Господу помолимся. Господи, помилуй. Святых почиваешь, и Тебе славу высылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа.
святых Его хвалите в утверждении силы Его. Всякое дыхание да хвалит Господа, всякое дыхание да хвалит Господа. Всякое дыхание да хвалит Господа. Молитесь о нам, слышанию святого Евангелия, Господа Бога молим. Господи, помилуй. Спросите, услышим святого Евангелия, миру всем. И доброй твоему. От руки святого Евангелия, чтение. Восставши моря, мыйди в горне Сочане во граду Удом, и вниди в дом Захарина целовай Лисавет, и бысяко услыши Лисавет целование Марину, взыграйся младенец во чреве ия, и исполнися Духа Святый Лисаветова запегласом велим и рече, благословенна ты в женах, и благословен плоды чрева твоего, и откуда мне сие да приди мати Господа моего ко мне, се бояку бысь глаз целование твоего во уши моею, заграйся, младенец, радощи во чреве моем, и блаженно веровавшая, как будет совершение глаголом ед Господа, и рече Мариям величи душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, Боже, спаси моем. Яку презрено смирение рабы своя, себо отныне ублажат мне все роди, яку сотвори мне величие сильный и святое имя Его. Прибыжи морем с ней, яко 3 месяца, и возвратися в дом свой. Слава тебе, Господи, слава тебе. Слава тебе, Боже, наш, слава тебе. Слава тебе, Боже, наш, слава тебе. Иисусе сладчайший, спаси нас. Иисусе сладчайший, спаси нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. Пресвятая Богородица, спаси нас. И святи, молите Бога о нас. И святи, молите Бога о нас. Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Помилуй нас, Боже, повелиться милости Твоей, молим Тися, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ище молимся о Господине Отце нашим, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о всей во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Ище молимся о Господине нашей сестре, о властях народе воинстве я, да тихо и безмолвно житие поживем, во всяком благочестии и чистоте. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, оставлении грехов рабов Божиих, все здесь предстоящих и молящихся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся о Тебе, Господу Богу нашему, еже услышите глас умоления нашего и молитве помиловате рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Германа, и рабов Божиих, и архимонаха Серафима, и радиакона Кира, схимонаха Иосафа, архимандрита, Олега и Радиакона Зосимы, Сергея, Екатерины, Отрока, Вадима, Отроковица, Анны, Алексея, Александра, Татьяна, Андрея, Марии, Виталия, Татьяны, Виктора, Елены, Лидия, Татьяны, Игумена, Вениамина, Алексея, Валентина, Владимира, Елены, Отрока, Игоря, Александра, Галина, Дмитрия, Александра, Владица, Ирины, Иулии, Валентины, Дмитрия, Александра, Екатерина, Валентина, Наталья, Дарья, Клавдия, Валентина, Лариса, Андрея, Марина, Никита, Фатини, Алексея, Даниила, Нина, Елена, Евдокия, Анна, Алексея, Дарья, Татьяна, Наталья, Владимира, Нина, Александра, Владимира, Фатини, Сергея, Виктора, Валентина, Владимира, Владимира,
Татьяна, Татьяна, Вера, Надежда, Фатине, Ирины, Таисия, Лидия, Ирина, Лидия, Людмила, Наталья, Дмитрия, Ирины, Иоанна, Галины, Юрия, Геннадия, Евгения, Алексея, Наталья, Андрея, Антонины, Анны, Владимир, Ангелины, Елены и все здесь предстоящих и молящихся, все здесь нами на непоминаемых, и ежемножься лето жития и... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся за всю братью и за вся православные христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концов земли и сущих море далече. И милости, милости, воли Владыка всех наших помилуйны. Милости Бой, человека любит Бог, еси, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Славнейшая без сравнения Серафим, Иисусе Богослава, рушая сущая Богородица, Тебя величаем. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Тебе, Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, истинный Бог наш, молитвою пречистая Своей Матери, святославных и всех вальных апостолов, преподобных и богоносных Отец наш, святых и праведных Бога Отец Акима и Анны и все святых, помилуйся, спаси нас, и ко благу человеколюбия. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, величай. И чтим образ твой святый, им же точишь исцеления. Всем с верою притекающим. События. Вот уже 10-й раз мы собираем многочисленное количество приезжих участников. Хочется отметить, что в этот раз к нам приехали участники, которых мы долго приглашали. Это участники из Грузии и участники из Крыма. Для нас это важно, потому что не все сейчас в наше современное время могут добраться и до Грузии. Не все, к сожалению, могут добраться даже до Крыма. Но желание пообщаться, я думаю, с людьми, которые приехали оттуда, как участники, у многих возникает. И этому свидетельство те люди, которые постоянно общаются на стенде участников, разнообразные вопросы задают и духовные, может быть, даже и просто обычные какие-то мирские вещи, спрашивают об их жизни там, на родине. Но важно то, что общение это происходит. Для нас важно вот общение, которое позволяет далее узнать ближе и культуру, и быт тех монастырей, которые приехали к нам, ну, конкретно из Грузии и из Крыма. Ну, знаете, по положениям, которые вышло с патриархией, со святынями, у нас четкое
ограничения. То есть те участники, которые приезжают на выставку, не привозят с собой мощей святых, не привозят особые чудотворные иконы. Но дозволяется свой стенд оформить так, чтобы было понятно, что за святыни имеется в том или ином монастыре или приходе, какие святыни имеются для поклонения. И вот мы просим участников для того, чтобы они действительно оформляли свои стенды в соответствии с тем, чтобы впоследствии люди, узнавая о том, что у них есть, могли приехать туда в паломническую поездку, ну, или заказать службу какую-то у тех святынь, которые у них там есть. Мы думаем, что это правильное решение, потому что много вопросов было к тем или иным участникам, которые приезжали, привозили с собой те или иные святыни. Множество вопросов возникало в подлинности этого. Теперь таких вопросов просто не возникает. Мы этому очень рады. Но люди, которые приходят сюда, понимают о том, что приходить нужно не только к святыне, а приходить нужно за общением, приходить нужно для того, чтобы посмотреть разнообразие духовной жизни, разнообразие ремесленной жизни тех монастырей и приходов, которые есть у нас в Русской Православной Церкви. Ну и вот, к слову сказать, даже в поместных церквах, да, такой как грузинская, вот грузины привезли тоже свою продукцию, которая у них славится, я думаю, понравится нашим жителям. А по поводу молитв нужно сказать одно, что люди у нас в нашем городе Волгограде, к счастью, понимают о том, что молитвы, с которыми они возносят, они могут это делать и в храмах, могут это делать и в своих монастырях, но и самое главное способствовать семейному такому, может быть, паломничеству в те места, которые понравились здесь на выставке. И действительно, таких примеров очень много. Люди приходят и благодарят, что они для себя открыли какие-то монастыри в дивных дальних уголках нашей России, они туда уже съездили. То есть это тоже для нас очень важно, что продвигается вот именно такая духовная паломничество. Знаете, я недаром поздравил, что это 10-я выставка, да, у нас всех участников, организаторов с этим мероприятием. Я думаю, что очень многие жители города Волгограда, судя по количеству людей, которые приходят, посещают эти выставки, приходили. Может быть, есть люди, которые еще не дошли на эту выставку, то им хочется пожелать одного, чтобы каждый для себя открыл своими глазами, не через средства массовой информации, не через какие-то просто разговоры друг с другом, но своими собственными глазами и составив свое личное мнение. У нас в Православной Церкви всегда мы отличаемся христиане о том, что мы формируем свое личное мнение и по этому мнению живем далее. Поэтому, чтобы не быть лукавым, чтобы не каким-то образом какие-то неправильные, может быть, мнения составить, надо просто прийти и убедиться своими глазами. И я увидел этому тоже очень множество примеров, когда люди, приходя все-таки на выставку с каким, может быть, даже каким-то непонятным, может быть, даже негативным каким-то отношением, по слухам, потом оказывается, что они были приятно удивлены тем, что здесь происходит, какая здесь атмосфера на выставке, что здесь действительно происходит. Надо понимать, зачем эта выставка? Это духовно-нравственное событие нашего города, для наших жителей, для тех людей, которые приходят в храмы свои для молитвы, а сюда они приходят для общения и для познания чего-то нового, ранее невиданного.